Всем привет! В этом видео мы вкачаем Карла на 21 ранг и откроем много боксов из Бравл Пасса. Подписывайся на канал, ставь лайк. Ну а мы начинаем. Нам осталось всего лишь 20 трофеев запушить. Надеюсь, сейчас мы это сделаем быстро и эффективно. Я выбрал карту Бравл Болл, так здесь она очень подходящая для Карла. Так, главное нам не сливать. Это самое главное. Что-то меня прям к воротам отогнали. Давай, должны убить Ниту, отлично. Так, за нас играет еще Фрэнк. Он тоже очень хорошо подходит для этой карты. Ну, ломай же стену. Ломай, что ты стоишь? Вот, отлично. Сейчас будет первый голец. А, нет, неужели? Да, сейчас будет первый гол. Так. Главное сейчас выиграть. Первая катка должна быть всегда победной. Так, ненавижу эту... ульту Джесси. Так, Эмс отлично атаковала. Так, сейчас, походу, пахнет вторым гольцом, народ. Давай, ультой, ультой. Есть, шикарно. Что же, первая победа у нас есть. Плюс 8 трофеев, идем дальше. Так, пошла вторая каточка. Не забудьте подписаться и поставить лайкос на это видео. Так, вот против нас уже играет Роза или Прима и Брок. Ну, уже посложнее. Так, а где же Фрэнк? Вон он, сейчас надо ему пас отдать. Хотя... Давай, прикрой. Так, хотел отдать пас, но что-то чуть-чуть пожадничал. Есть, размотал всех. Так, давай. А вот Эль Прима сейчас нам может помешать. Слава богу, у него ульти не было. Какой пас я пропустил хороший? Какой же я пас? Жесть. Так. Враги близко. Окей, нужно выбить мяч куда-нибудь. Ай. Фух, спасибо ульте Фрэнка. Иначе я бы не смог его выбить. Так, Покич один остался. Нужно ему идти помогать. Так, где-то мячик. Ну, в принципе, счет пока что 0-0. Так, зря ты, наверное, Фрэнк использовал ульту. Так, гляньте, нет, Роза нам сейчас забьет. Фух, вы видели, как Пока вытащил? Так, ладно. Чуть не попал под ульту Брока, мне повезло. Гляньте, как... Эх, я думал, сейчас мяч закатится. Так, а мы опять убегаем. А, я сдох. А, нет, еще нет. Я еще успел ульту прожмать. Так-с. Мы их давим хорошенечко. Но все может внезапно обернуться. Тем более, мы еще не забили ни одного гольца. А ну иди сюда, Эль Прима. Ай-яй. Так, минус Эль Прима, походу. Такс. Ненавижу Розу. Нет. Фух, там мячик прямо около штанги был. Так, Фрэнк, красавчик, отгоняй всех от ворот. Так, осталось 22 секунды. Чувствую, мы будем играть сейчас дополнительное время. Эх, передача на фланг, но никого там не оказалось. Давай, мы разнесли всех. Вы должны забить. Пока я туда добегу, они должны забить. Есть, все. Это была вторая победа. Так, давайте посмотрим, сколько у нас там сейчас трофейчиков. Что же, нам осталось 3 трофея, идем в последнюю катку. Я надеюсь, что она будет реально последней. А ты, если еще не подписался, обязательно подпишись и поставь лайк на этот видосик. Так, против нас здесь 8 бит, Джеки. Ну, думаю, сейчас здесь мы хорошо затащим. Так, там еще Эль Прима. Вот он нам проблем принесет. Так. Карл полетел. Блин, у меня 420 хп. Главное не сдохнуть. Ой, хорошо, я еще и Эль Прима заберу, возможно. С 4 хп на 8 бит. А вот это я монстр. Так, гляньте, а кто там пошла? Роза. Надеюсь, она сейчас забьет. А нет. Круто придумали эмодзи, конечно, в боях. Такс. А куда я мяч отпульнул? Вот я дурак.
Так, ну ничего, сейчас мы забьем. Должны забить. Так, контратака. Ох, ё. Да, жестко. Жестко у них защита. Отбей мяч, и Роза хорошо отбила. Так, мяч у соперника. Сейчас мы... Ну, а мы заберем это по-любому. Все. Зараза, не успел выбить мяч. Так, а вот сейчас страсти накаляются. Нам сейчас может прилететь голец. Нет, нет, нет. Фух, мы отбились. Жестко, народ, жестко. Мы отбились. Так, давай, давай. Роза, лови мячик. Так, ну здесь реально у них засада прям была. Так, а как же мне поступить-то? Так. Что будем делать? Жесть. Вы видели, как Шелли заколошматила? Так, пока что 1-0. Не переключайся, в конце видео мы будем открывать много ящиков из Брау Паса. Эх, зараза, если бы не гаджет 8 бита, мы бы уже забили. Так, ага. Ну, в принципе, 15 секунд осталось, считай, что до конца боя. Ну, думаю, здесь мы выиграли. Ух ты, я еще и забил. Круто. Так, ну что же, народ. Идем открывать ящики из Brawl Pass. Посмотрим, что нам выпадет. Поставь обязательно лайк. И нам выпадет дофига чего. Так, начинаем с маленького. Так как теперь в Brawl Pass можно открывать ящики не по очереди, а как хочешь. Так, давай 4 предмета. 3. Ладно, хоть бы гаджет какой-нибудь сегодня выбить. Так, у нас очень много больших ящиков. Ну что-то я должен сегодня выбить. Тем более есть один маленький. Ой, мега ящик. Так, опять походу ничего не будет. Так, вот здесь начинается самое интересное. Мы все ближе и ближе подходим к мега ящику. Но его мы откроем последним. А сейчас пооткрываем большие. Так. Блин, ну единичка, ну засветись ты, а. Ну, 200 жетонов тоже неплохо. Такс. У нас еще очки силы, оказывается, дадут. Кому мы их отдадим? Кому-кому же? Давайте мы Джеки их отдадим. Так. Ну что же, большой ящик. Нифига. Большой ящик еще раз. Что это? Это гаджет на Брока. Есть. Хоть что-то мы сегодня выбили, народ. Уже неплохо, и остался мегаящик. Посмотрим, что нам выпадет сейчас. Давайте, народ, подписочка, лайк и колокольчик. И мне выпадет Лего. И 5 предметов. Ничего не выпадет, к сожалению. Обидно, народ. До глубины души. Так, что же, давайте посмотрим. Зайдем, бойцы. Так, Брок гаджет. Кстати, я вот купил новый скин на Брока из Brawl Pass. Подписывайся на канал, дальше будет еще интересней.